Політика – мистецтво створювати факти. Жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «В деталях», и с вами ведущий Андрей Острев. И сегодня мы будем опять по-пятничному рассуждать на тему, что же произошло глобального в политике. Как многие из вас знают, сегодня был смещен со своей должности в областном совете Михаил Соколов. Но есть еще одно решение, которое, наверное, померкло по сравнению с таким скандалом или с таким скандальным увольнением Михаила Соколова. Это смена главы фракции «Самопомощь» в городском совете. И сегодня у нас в гостях депутат городского совета Федор Панченко. И сегодня мы его представляем уже не как депутата, а как главу фракции «Самопомощь». Ну, расскажите, собственно говоря, как это все происходило. Добрый вечер, Андрей. Ну, собственно, сегодня утром произошло заседание фракция «Самопомощь» в Николаевском городском совете. И, собственно, к сожалению, Сергей Михайлович Исаков на него в очередной раз не явился. И ввиду того, что, ну, по сути, он самоустранился от выполнения своих обязанностей, мои коллеги уважили и возложили это такое почетное бремя на меня. Угу. Я хочу нашим зрителям напомнить, что Сергей Исаков – это, ну, достаточно политик, достаточно опытный, был когда-то и в партии регионов. В 2014 году он покинул городской совет, сложив добровольно мандат. В 2014 году он участвовал в выборах на должность мэра и проиграл, будучи, набрав вторую позицию, заняв в этих выборах. В последнее время Сергей Исаков очень активно и жестко выступает с критикой действующего мэра, который является, в принципе, представителем самопомощи. И, собственно говоря, сегодня мы попробуем разобраться, не стоит ли такое смещение как раз или может быть оно связано с этой критикой. Скажите, вот если брать комментарий, то есть, вот, собственно говоря, анализируя происходящее, мы видим о том, что Сергей Исаков практически выступил, ну, сложно сказать, на стороне, но поддержал инициативы, которые активно раздували, например, в мусорном скандале оппозиционный блок. И более того, в газете, которая была распространена в большом количестве, среди прочих интересных комментариев, был и его комментарий. Кроме всего прочего, он был инициатором отставки исполкома. То есть, в принципе, и последнее заявление, которое он сделал на преступности НЕТ, это о том, что он ошибся в Сенкевиче. Скажите, связаны ли как-то эти события с этим смещением? Ну, сразу хочу сказать, что ни в коем случае позиция по каким-то вопросам любого из депутатов самопомощи не может быть причиной для предъявления ему претензий или каких-то там решений кадровых. Причиной для смены руководителя фракции стало то, что по факту, ну, уже, наверное, порядка 2 месяцев Сергей Михайлович абсолютно никак не контактирует и не общается с той фракцией, которую он, собственно, взялся возглавлять. И не имеет никакого контакта с теми людьми, лидером которых он взялся быть. Вот именно это, собственно, и послужило причиной для такого решения. Ну, по сути, невозможно заставить человека делать то, чего он не хочет, и заниматься тем, чем он не хочет. Ту позицию по некоторым вопросам, которую занял Сергей Михайлович, на самом деле, вот в отношении того же исполкома, возможно, фракция его бы и поддержала, только вопрос в том, что он никогда не обговаривал это с фракцией, то есть и вел какую-то свою собственную игру. И если спросить откровенно у фракции «Самопомощь» по поводу того, что выступаем ли мы за обновление исполкома, да, мы за обновление исполкома, это вполне нормальный процесс, просто мы за его обновление в рабочем порядке, то есть когда мэр говорит, что я готов это сделать в среду, ну, условно говоря, то мы согласны, почему нет. В конце концов, на самом деле, это очень такой формальный вопрос, из которого пытаются раздуть такую глобальную проблему и сделать почему-то, ну,
таким наиболее важной проблемой в городе. И вот как будто всех людей в городе должно волновать не там состояние дорог, крыш, отопления или еще чего-то, а то, что исполком там не переизбрали. Хотя на самом деле по поводу того, что вот, ну, массу комментариев давали депутаты, не знаю, специально или по своему незнанию о том, что вот он нелегитимный исполком или еще что-то. На самом деле есть норма закона, которая говорит четко о том, что исполком действует, пока не избран новый исполком. Пожалуйста, утвердите состав нового исполкома, автоматически старый прекратит свое существование. Но уже более того, уже несколько там судов, наверное, с десяток судов прошло по поводу того, что где пытались эту тему завязать о нелегитимности исполкома, но судом уже даны разъяснения, что, уважаемые депутаты, изберите нового, и все будет в порядке. Хорошо, у нас даже сейчас, я думаю, появится в Николаеве новое выражение «мусорный скандал». Вот как бы примерно было тоже, когда из мухи слона раздували с мусорным скандалом, и, собственно говоря, это, наверное, из той же оперы. Что ж, давайте все-таки вернемся к работе, да, вот, то есть, ну, Сергей Исаков в любом случае это человек, которого когда-то, например, в том же 2014 году достаточно много людей поддержало на должность мэра, тогда выиграл Юрий Гранатуров мэрские выборы. И все же, как вы, вот вы как член, бывший член фракции, сейчас глава фракции, как вы считаете, почему именно так произошло? Почему он вот не делал то, что от него ожидали? В этом случае я, наверное, с большим сожалением вынужден констатировать, что вот те предупреждения, которые нам неоднократно поступали о том, что Сергей Михайлович не самостоятельный человек и может начать действовать по указке, ну, к большому сожалению, видимо, оказались правдой. И те вещи, которые для меня ранее были просто, ну, какими-то нелогичными, я их как человек абсолютно новый в политике и не изощренный, в какие-то моменты просто думал, что, ну, наверное, я чего-то не понимаю. Наверное, действительно так правильно. Наверное, вот там я, например, никак не мог понять позицию Сергея Михайловича о том, что не нужно формировать большинство в городском совете без оппозиционного блока. Это плохо, это неправильно. Хотя я помню, что это, ну, как одна из самых таких успешных и продуктивных сессий были городского совета, когда, несмотря на саботаж со стороны оппозиционного блока, сессия прошла, вопросы важные для города были проголосованы. И, собственно, я считаю, что это был успех. Но почему-то вот со стороны главы фракции мы в этом вопросе поддержки и понимания не находили. Точно так же такие же проблемы возникали и в вопросах, например, избрания секретаря. На самом деле были же кандидатуры секретарей, которые нас, в принципе, для нас устраивали, которые мы считали для нас приемлемыми, но они не устраивали Сергея Михайловича и одну фракцию в городском совете. И, собственно, ну, это легко проследить ввиду того, что можно посмотреть, чьих подписей не хватает под кандидатурами, да, под обращениями за кандидатуры некоторых из депутатов. Вот. Но, опять же, я говорю, мы всегда к этому относились с пониманием, что позиция такова, то есть человек, депутат, избранник имеет право на любую позицию, которую он может обосновать своими логичными доводами. Но в конце концов пришло к тому, что просто как бы мы потеряли контакт с главой фракции, то есть, ну, по сути, он самоустранился, и это привело к закономерному решению. То есть, чего еще можно было в этом случае ожидать? Стоит отметить один важный момент, что Сергей Исаков прошел как раз не по округу, а прошел нулевым так называемым в списке. Да. То есть это человек, который, собственно, был лицом да. фракции и является, в принципе, пока ничего другого не произошло. Ни в коем случае. Хорошо, я хотел бы все-таки уточнить один маленький нюанс. То есть Сергей Исаков настаивал на том, чтобы коалиция должна быть с оппозиционным блоком? Я вам скажу так, в открытую он никогда не настаивал на том, что мы должны быть в коалиции с оппозиционным блоком, но он категорически отрицал большинство в составе трех фракций без оппозиционного блока, ну, что по сути то же самое. Ну, второй закон логики говорит о том, что отрицание – это выбор противоположного, да? Что ж, хорошо, вы стали сейчас главой фракции.
Ну, давайте мы поговорим, наверное, ну, я думаю, что наши зрители волнуют вот эти вот слухи, которые вокруг фракции происходят. Например, ну, самый один из муссируемых слухов – это вот о тех же заправках ОККО, которые почему-то называют проектом самопомощи. Это проект самопомощи? Ну, во-первых, еще раз скажу, абсолютно нет. На самом деле, ну, я верю в то, что... Вы сейчас понимаете, что вы сейчас заявляете как глава фракции? Да, я заявляю о том, что фракция «Самопомощь» ни разу не была причастна ни к одному решению, которое хоть сколько-то, ну, имело отношение к тому, чтобы заправки были построены. Объясню, ну, как бы четко то, что можно проверить на документах, это публичная информация, которая выложена на сайте городского совета. Можно открыть проекты решений городского совета об отводе земли, например, вот скандальное строительство заправок по проспекту Героев Украины. Депутат оппозиционного блока Игорь Копейко по своей инициативе вынес этот вопрос, более того, с голоса там изменил срок аренды с 2 лет на 10 лет под автозаправочную станцию, то есть и это было принято решение. Решение по Карпенко, там тоже, по-моему, 2009 года или что-то такое. Все документы на строительство выданы в то время, когда Сенкевич и самопомощь могли разве что вокруг здания горсовета походить, ну и не факт, что зайти вовнутрь, не говоря уже о каких-то властных полномочиях. Но нам упорно пытаются путем вот медийных вбросов навязать, что, ну, вот этот негатив, что мы лоббируем какие-то там свой бизнес и так далее. Я еще раз заявляю о том, что абсолютно никакого решения. Ни разу мы не принимали участие ни в принятии решений по отводу земли, ни в выдаче документов на строительство. Ничего. Ни один депутат от самопомощи для этого не сделал. Хорошо. Второй вопрос. Вот буквально недавно депутат Суслова заявила о том, что нужно посадить мэра. Вот вы же понимаете, что оказавшись главой фракции, вам в любом случае придется с фракцией работать. Да. И с тем же Сергеем Исаковым, и с Сусловой. Как вы можете прокомментировать такое заявление, имеет ли оно под собой почву, и что, чья это позиция? Понимаю, что нужно работать со всеми депутатами, абсолютно, я же говорю еще раз по поводу позиции, ни в коем случае это не должно быть причиной для дискриминации. Я считаю, что вот депутат Суслова просто запуталась, возможно, перепутала даты, потому что, опять же, она в своем заявлении указывает, что... В чем там суть, расскажите. Суть, что были выданы незаконные документы на строительство в 7 месяце 2015 года, когда мэром был... Не Сенкевич, и главным архитектором тоже, главный архитектор был другой, но почему-то в конце пишет, что виноват в этом Сенкевич. Возможно, Татьяна Михайловна хотела бы, чтобы Сенкевич с шашкой наголо пошел и просто вот снес все те объекты экологической опасности, которые ей не нравятся. Такое может быть, что вот, ну, не оправдал он ее ожидания, что в течение дня там по щелчку пальцев решит этот вопрос. Ну, как бы я, как юрист, понимаю и знаю, что перед выездом любого бульдозера ведется юристами работа годами. И только после этого происходит эффектное действие, когда там в течение часа что-то или строится, или рушится. В общем, к сожалению, не все это понимают. И, к сожалению, ну, вот есть такое недопонимание в обществе о том, что а вот Сенкевич, его вина хотя бы в том, что он недопомешал. Вот в таком плане. Что ж, очень интересная история. Более того, Татьяну Суслову называют штыком Сергея Исакова. Не думаете ли вы, что это такой вот способ, ну, не то что способ, а грозит расколу самой фракции? Я со своей стороны хочу сказать, что вот, ну, несмотря на все вот эти вроде бы как конфликты, я лично приглашал этих депутатов на фракции. Я лично говорил следующие слова, что если вы готовы работать во фракции, то милости просим, пожалуйста, давайте диалог. Это, ну, наше все, и любые решения, принятые в диалоге, лучше, чем молчание. Вот. Но я же говорю, к сожалению... Кто сейчас возглавляет городскую организацию самопомощи? Городскую организацию самопомощи возглавляет Сенкевич, если не изменяет память. Угу. Вот. Вы же понимаете, что, собственно говоря, такое недоверие со стороны фракции к Сергею Исакову – это его, ну, фактически политическая фиаско. Это же не просто смещение с главы фракции, это, ну, фактически недоверие партии.
Ну, как вот вины каких-то других людей, кроме Сергея Михайловича, в этом процессе я не вижу. Это было его решение. Я же говорю, я неоднократно пытался выйти с ним на контакт, обговорить о том, что, может быть, он бы как-то занялся работой во фракции. Но если человек этого не хочет, то заставить его невозможно. Если он для себя сделал выбор, что действовать под влиянием каких-то сторонних сил, то это его решение. Ну и, к сожалению, если человек сам себе не хочет помочь, то... В этом мы ему не поможем. Ну, Федор, я хочу вам, конечно, пожелать на этом поприще успеха. Вместе с тем хотелось бы знать, то есть на самопомощь возлагали не зря много надежд. Много надежд, прежде всего, возлагало то прогрессивное общество, в том числе волонтеры и так далее, которые не верят в таковую политику, как в таковые фундаментальные политические партии, типа того же БПП, того же нашего края, типа того же оппозиционного блока, а верят в то, что люди способны что-то изменить. То есть, в принципе, в самопомощи подобрался достаточно разношерстный коллектив, если так можно сказать. Это и волонтеры, и юристы, и бизнесмены, то есть вот такой вот действительно люди, которые имеют активную гражданскую позицию. И сейчас фактически такой ссорой на имидже партии ставится большое-большое пятно. И, собственно говоря, мне хотелось бы больше, наверное, узнать, и я думаю, зрителям тоже это интересно, а как вы собираетесь дальше отстраивать ту фракцию той политической силы, в которую непосредственно верит проактивное общество? Ну, во-первых, по поводу того, что какой-то раскол, я не думаю, что это будет расколом самопомощи. Я говорю о том, что подавляющее большинство депутатов от самопомощи абсолютно конструктивно настроены на работу и делают эту работу каждый день. Да, действительно, у нас много, ну и я в том числе, молодой депутат, который ранее никакого отношения к политике не имел и не имел опыта этой деятельности, какие-то нюансы деятельности депутатской мы заранее не знали. Да, многие вопросы решить тяжелее, чем мы того хотели бы. Но мы будем работать над этим в любом случае, каждый день упорно, пока у нас есть силы. По поводу того, что на данный момент у некоторых депутатов не получается реализовывать те идеи, которые они хотели бы, я уверен в том, что огромная доля причины в этом заключается в том, что не хватало коммуникации между фракцией, между мэром, между исполнительной властью, как раз ту функцию, которую бы мог взять на себя глава фракции. Собственно, на что мы надеялись, что опытные депутаты поделятся с нами теми наработками, как делать правильно, чтобы достигать результата и свои идеи в кратчайшие сроки воплощать в жизнь. Ничего, научимся сами. Говорится, если... Что ж, хорошо, скажите, пожалуйста, давайте мы сейчас предположим, грубо говоря, ни для кого не секрет, что фактически сегодня Сергей Исаков выступил, на стороне противоборствующей мэру. Это оппозиционный блок, который очень жестко контролирует мэра. В принципе, это, наверное, не так уж плохо, если это конструктивно. Когда это деструктивно, это уже идет во вред городу. Да? Если сегодня Сергей Исаков, перестанет контактировать с вами как главой фракции, не примет вас как главу фракции и просто будет, голосовать с тем же оппозиционным блоком. Какие действия? Я искренне надеюсь, во-первых, что Сергей Михайлович не пойдет на такие шаги, потому что я считаю, что он уровнем выше, чем это. Но все-таки, хочу напомнить, что если депутат принимает для себя такие решения, быть безответственным, то ему надо четко и понимать, что и последствия, и ответственность все равно наступит. То есть вы готовы к тому, что в случае при таком сценарии инициировать отзыв мандата? Я искренне говорю, что я бы не хотел этого. И все же? Если исключительно в том случае, если это будет вынужденная мера, на которую просто будут толкать. Ну что ж, все-таки
Действительно, нужно отдать должное, что Сергей Исаков – это очень опытный политик, очень старый политик. Я думаю, что он в политике еще хочет задержаться и как минимум и, ну, никаких опрометчивых решений не примет. Ну, впрочем, работать с вами. Хорошо, давайте я тогда вот еще о чем поговорю. Вот вы стали главой фракции. Какие у вас планы? Ну, вот, то есть вы сейчас становитесь во главе корабля, который, ну, достаточно немалый вес имеет в горсовете. Вот какие у вас планы, что вы видите перед собой основной задачей, что считаете будет успешной вашей работой, оценкой успеха вашей работы на этой должности? Ну, оценкой успеха любой работы любого политика, в принципе, являются как это подведение итогов и выборы. То есть это та реальная оценка, которую дают жители. Ну, как бы пока что это очень долгосрочные планы. На данный момент из того, что я вижу, вообще какая ситуация сложилась на данный момент в городском совете. С одной стороны, такая работает жесткая машина, вот, налаженная работа по, там, грубо травле мэра там и его решений. С другой стороны, какие-то разрозненные инициативы, хорошие начинания, которые где-то не доводятся до конца, где-то реализуются неправильно, где-то вот несколько человек параллельно бегают с одними и теми же хорошими идеями и по отдельности их пытаются реализовать. Вот. Во-первых, самая первая своей задачей вижу это консолидировать и организовать работу фракции. В том числе, там, где я согласен, что у нас есть большие недочеты, это в общении, собственно, с громадой места, в общении с медиа. То есть у нас есть действительно огромные недоработки, которыми нам стоит над этим поработать. И многие наши решения, которые принимаются, о них люди или не знают, или и до них донесли информацию в искаженном виде и так далее. То есть это одна из задач, которую я ставлю первостепенную, это наладить постоянный эффективный диалог с обществом в городе. Второй момент – это, опять же, взаимодействие, наладить эффективное и понятное взаимодействие с исполнительной властью. Ну и из таких масштабных планов я хотел бы видеть в городском совете не только одну организованную сторону. Хорошо, вот тогда у меня вопрос. Политика – это искусство договариваться, да, это искусство компромиссов. И для того, чтобы достигать каких-то целей, нужно идти на компромиссы с разными политическими силами, в каком бы противостоянии вы ни находились. Ну, таковы реалии. Готовы ли вы договариваться сегодня о чем-то с Игорем Дятловым и с его фракцией? Смотрите, я думаю, что Игорь Сергеевич на самом деле политик, с которым у нас могут не сходиться политические взгляды, но в вопросах адекватных, в вопросах жизнедеятельности города и блага города, то нам как таковых каких-то договоренностей не потребуется. Если идеи действительно здравые, полезные для города и от которых будет только благо, я думаю, тут абсолютно все политические партии должны идти им навстречу, то есть без всяких там даже кулуарных игр. Вот. Относительно, то есть, тех политических позиций, которые занимает партия «Оппозиционный блок», ну, там, в глобальном масштабе, мы однозначно с ними не согласны категорически, и это нет. Хорошо, ну давайте я вам тогда приведу тот момент, когда вот буквально у нас 2 минуты про программы, вот в окончании вот что хотелось сказать. Одна из самых главных функций городского совета – это распределение бюджета. Готовы ли вы договариваться за бюджет? По поводу бюджета я хочу сказать, что, ну, это одновременно и в любом случае договоренность, и одновременно это в любом случае благо для города. То есть для меня, ну, для мэра, вот, что он озвучивал неоднократно, главное, что, чтобы в городе это было сделано. По эту сторону дороги или по ту сторону дороги, это может быть вот уже важно в масштабах там индивидуального депутата, чтобы, честно говоря, похвастаться перед своими избирателями, что, видите, вот я быстрее сделал, там, выполнил свои обещания. Но, в принципе, я думаю, что вполне может быть как бы консолидированное решение о том, что, извините, ну, те же дороги делаются по определенному плану. И если в каком-то месяце не было сделано у этого депутата, то у него может быть сделано в следующем. То есть, и это в любом случае, у кого бы это ни делалось, для кого бы это, как говорится, ни делалось,
это благо для города, в конце концов, и в первую очередь для жителей. Что ж, спасибо. Но, судя по тому, как вы ответили на последний вопрос, в принципе, наверное, вы уже чему-то научились как политик. Что ж, мы искренне желаем вам удачи, успехов в этом нелегком деле. Быть главой фракции – это очень нелегкий хлеб. И будем надеяться, что ваша работа на этом поприще будет эффективна. Мы хотим попрощаться с нашими зрителями. Спасибо, что были с нами. До следующей пятницы. Напоминаю, вы смотрели программу «В деталях». И мы, как всегда, ищем детали в тех политических событиях, которые окажут влияние на жизнь каждого из нас. Спасибо. До свидания.